В Алматы в музее имени Абылхана Костеева прошла выставка «Хрупкое равновесие». Вниманию посетителей были представлены полотна лучших японских художников, среди которых почетное место заняли шедевры легендарной госпожи Тока Шиноды. Она является любимой художницей императорской семьи. В Казахстан я приезжаю уже в шестой раз. У меня была одна выставка, организовать которую мне помог ваш знаменитый художник Эдуард Казарян. Находясь здесь, в Казахстане, я понял, что люди не знакомы с графикой. Главная причина – цена таких картин. Они дорогие, и мало кто может поддержать данное искусство. И мне захотелось провести выставку. Я нашел спонсоров, которые помогли с организацией. Я хочу рассказать о японских мастерах, что они могут и какую философию несут. Японская школа графики вызывает неподдельный интерес не только у профессиональных художников, искусствоведов и коллекционеров, но также у простых людей. Все это связано с глубокой философией работ и идеальным художественным воплощением.